Также разные цвета вискозы можно смешивать на ручном барабанном кардере и получать вот такие вот красивые бленды. В зависимости от того, сколько прочесов вы сделаете, бленд может быть вот такой более контрастный, где видны каждый цвет виден, либо если прочесать большее количество раз, то получается вот такой более гладкий микс. Здесь я смешивала 5-6 оттенков контрастных. Здесь я взяла 3 или 4 оттенка, было вот яркий такой маджентовый, розовый и несколько оттенков желтого. Бывает, что какой-то цвет сам по себе не очень красивый, но его сложно, например, использовать в изделии, но в бленде он дает красивый очень нюанс. И из этих блендов можно делать красивые поверхности. Сейчас я покажу несколько способов, как я их использовала. Пожалуй, самый простой способ раскладки вискозного бленда – вот такое растягивание, когда я прижимаю волокна правой рукой и левой вытягиваю их. От бленда я отделила часть, взяла такую полосу и вот так вот шаг за шагом продвигаюсь, прижимаю правой рукой и вытягиваю левой. Вот я растянула вискозу, немножечко сбрызну ее из пульверизатора. И дальше можно продолжать раскладку шерсти, если хотите потом еще сверху растянуть облачками, например, вискозу. И получаются очень красивые шарфики. Кроме вот такой вот простой прямой раскладки, с блендом можно интересно играть. Например, вот намочив его хорошенько, нарушить эту правильную структуру и посдвигать, например, его вот таким образом. И тогда у вас вместо прямых линий на изделии будут вот такие вот красивые волны. Что еще можно сделать здесь? Например, в этой раскладке можно раскрыть вот такие окошки. Просто раздвинуть в нескольких местах. Например, вот так. И дальше эти окошки можно закрыть, например, темной или наоборот светлой, яркой вискозой. И далее раскладываем шерсть.